В день города чебоксарцам покажут дурацкий цирк. Спектакль с таким названием привезут артисты из уличного театра из Москвы. В необычном представлении – трюки, интерактив, клоуны, эквилибр на моноцикле и многое другое. Постановку можно увидеть на Творческом бульваре. Кроме этого, в этот день будут работать и площадки для любителей активного отдыха. Скалодром, баскетбол, футбол, йога, гигантские настольные игры. Традиционными станут фестивали «Волжские чтения» и «Дизайн-фест». Еще одна изюминка нынешнего праздника – выступление пилотажной группы «Первый полет». Единственная пилотажная группа в России, выступающая на поршневых самолетах Як-52 и Як-54. Кстати, эти летчики уже выступали в Чебоксарах в 2013 году. Они поздравляли жителей Чебоксар с Днем города. Тогда эти желтые самолетики, вытворявшие немыслимые трюки в небе, запомнились и полюбились зрителям. На этот раз свое авиашоу «В небе над Красной площадью Чебоксар» «Первый полет» покажет в воскресенье 20 августа в 11 часов. Репетиция же запланирована на полдень субботы.